Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 февраля. Сегодня у меня будет очередной посев томатов. Я сейчас вам расскажу, какие и когда я посеяла. И хочу показать, как выглядят сегодня январские посевы. И мы сравним. Вот смотрите, первый самый посев 23 января я показывала. Я посеяла томаты толстоногие для супер раннего урожая. Это все посевы январские были для теплицы с двойным подогревом. То есть там и грунт, подогрев грунта, и инфракрасные обогреватели вверху. Это вот этот вот, который, вот этот первый лоток, он был посеян раньше. Потом следующий посев был. Следующий был перец 27 января. Это вот тут, где, видите, перцы всходят менее дружно, и они дольше всходят. Когда у этих томатов уже по два листика, у некоторых, у перцев только открываются семидоли. Я уже говорила, что я сеяла сухими семенами, и томаты, и перцы. И вот посев перцев сухими семенами, всходы могут даже до 20 дней они там лежать, набухать. Потом я посеяла томаты простые, то есть высокорослые. Но это 29 января. Но это тоже для той же теплицы, которая ранний урожай, которая с подогревом грунта. Для простых теплиц я еще ничего не сеяла. И в этот же день посеяла тоже ранние скороспелые, но не толстоногие, а те, которые вытягиваются. Я их сюда не принесла, места не хватило. Это вот как раз те два лотка, которые потоптала кошка. Но, как вы видите, кошка Надюшка ничего не испортила. Все они стройными рядами стоят. А сегодня, вот у меня уже запись есть, февраль 2020 года, 6 февраля я буду сеять томаты индетерминантные, высокорослые, крупноплодные, но уже не для получения суперраннего урожая, а просто, можно сказать, как массовый посев для теплицы поликарбонатовой, у которой висит на потолке инфракрасный обогреватель и больше ничего нет. Вот сегодня я их буду сеять, а сейчас хотела показать вам разницу. Сейчас я попробую приблизиться. Я еще не очень умею. Видеооператор-то я еще тут. Хочу показать. Сегодня же буду я пикировать. Видите, среди толстоногих я показывала. Высадила один ботяни, рядочек. У них уже два полноценных листика. Видите, какие они уже здоровые. Два полноценных листа. Им сегодня 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5. Им сегодня 9 дней. Вот 9-10 примерно. Так они всходили. Этот ящик неравномерно. Кто-то первый зашел, кто-то нет. Вот им 10 дней. Вот этот ряд, именно один этот ряд я сегодня буду пикировать. И я сейчас все, перед тем, как его распикировать, расскажу вам все-все подробно о пикировке. Когда нужно пикировать, в каких случаях будет удачное, в каких неудачное. И вообще много очень мелочей, которых начинающие не знают. А вот этот видеоролик короткий был, просто хочу показать перед тем, как я распикирую, как выглядят январские посевы. Вот эти 23 января, а эти 29 совсем недавно. Все, до свидания.